Друзья мои, всем привет! С вами Галина Кулеш, менеджер YouTube. Сегодня мы с вами знакомимся с прекрасным сервисом VidIQ. Это расширение в браузере Chrome, которое помогает вам оптимизировать видео, подбирать теги, анализировать конкурентов и масса-масса других возможностей. Давайте посмотрим сейчас пошагово вообще, что можно делать при помощи этого расширения. Но для начала мы с ним ознакомимся с вами. Вот смотрите, выглядит оно в браузере вот такая вот иконочка VidIQ для YouTube. Вот, ее можно установить в браузере Chrome, потому что YouTube – это Google, а Google – это Chrome, да, то есть автоматически она получается такая связка, уже гарантированно, что у вас здесь это расширение есть. Как в других браузерах работает или нет, я вам сказать не могу, но в Chrome однозначно есть. Для того, чтобы его установить, вы заходите в дополнительные настройки в браузер. Вот, дополнительные инструменты, выбираете расширение, вот я вам сейчас просто покажу, да, пошагово, где найти этот сервис. Вот, у вас открывается список приложений, которые есть в браузере, и вот оно, VidIQ. VidIQ Vision for YouTube. Вот. Если у вас не открывается здесь приложение, то вы тогда вот слева в углу заходите в меню и открываете полностью вот магазин Chrome здесь, да, и в поиске набираете видик. Его часто называют просто видик. Вот смотрите, да, появляется. И вот так выглядит его изображение. И можете установить. Вот. После установки у вас сразу же появится в браузере иконочка VidIQ. Вам нужно будет зарегистрироваться, просто зарегистрироваться на бесплатную версию. Если у вас один канал, то вполне достаточно бесплатной версии. У меня сейчас стоит базовая версия бесплатная. Несколько месяцев я пользовалась бустовской версией. Вот. Это, конечно, очень крутая версия бустовская. Версия Boost, вот, но вполне достаточно и бесплатная версия. Так, итак, значит, вы устанавливаете плагин, и у вас моментально изменится просмотр и вашего канала, да, и просмотр на странице ваших видео, любых видео, которые есть на YouTube. То есть открывается вот такой большой-большой блок. Блок, на котором большое количество разных цифр, да, которые вот пока вы еще не знаете, что они обозначают, но сейчас мы с вами потихонечку с этим разберемся. Значит, сейчас минуточку, я бы хотела поделиться этим эфиром на страничке у себя, потому что я выхожу сейчас из клуба, да, из группы бизнес-клуба «Дорога к миллиону». Вот, у меня спрашивали, очень часто спрашивают именно про этот сервис, да, как с ним работать, поэтому вот важно, чтобы это было еще и на моей странице тоже. Вот. Итак, значит, смотрите, меняется обзор, да, просмотра видео и канала, и можем отследить очень-очень много всего интересного. Это и статистика ваших видео, и анализ здесь же мы можем увидеть, да, и теги ваших видео, и теги канала. Вот, если вы зайдете, например, по поисковой строке и наберете, ну, любое какое-то поисковое, да, поисковое слово. Ну, например, я набью сейчас Краснодар, да. И сейчас вот поисковая строка
у вас тоже меняется, да? То есть смотрите, здесь тоже появляется большое количество подсказок именно от этого сервиса. И вот используя эти подсказки, мы можем правильно и качественно оптимизировать свои видео, которые будут лучше продвигаться. И к тому же это экономит наше время, потому что при помощи этого сервиса мы можем очень быстро подобрать теги, очень быстро оптимизировать видео, потому что он дает подсказку нам вообще, какие действия нужно сделать для того, чтобы наше видео хорошо продвигалось. Так, ну давайте, наверное, сначала мы начнем именно вот с этой странички, да, страницы просмотра. Итак, установлен сервис VidIQ. Здесь у нас есть вот несколько таких тоже иконочек обозначения, да. Старайтесь, чтобы это было на статистике. Вот, на статистике, вот, то есть вот на такой странице, которая сейчас. В принципе, есть и хронологические данные, можно посмотреть твиты, которые сделаны, можно популярные отследить. Но вот популярная и хронология, да, необходимо оформить подписки. Вот, поэтому мы сейчас с вами на статистике. Итак, вот первая оценка VidIQ, она отражает популярность ваших видео, исходя из процента взаимодействия, количества просмотров по сравнению с другими видео на YouTube. Далее видео, по видео 32,5 просмотра в час. Вот, это в несколько раз меньше, чем среднее количество просмотров. Вот, но вот эта цифра у меня вот под видео видно 191 просмотр, здесь почему-то написано 1121, ну, не знаю, бывают некоторые казусы, да. Вот далее идет у нас такая социальная строка, вот здесь мы видим коэффициент взаимодействия, да, вот у меня здесь такой коэффициент, желательно, чтобы он был бы зеленого цвета, да, вот видите здесь, да, но у меня он такой грустный, слегка оранжевого цвета. Что он обозначает? Значит, это коэффициент лайков, 77,8% лайков от просмотров, да, вот, с лайка 14 лайков и 4 дизлайка. Вот смотрите, у меня что-то в последнее время стали появляться дизлайки под моими видео, вот и в предыдущем видео тоже был один дизлайк, кто-то меня полюбил очень хорошо, вот, и... Да, под этим роликом. В принципе, на продвижение это абсолютно не влияет, это влияет только лишь на мою эмоцию, скажем так, да. Вот, 12 лайков по отношению вот к количеству просмотров. Так, далее, предложение от автора. Вот здесь, значит, это количество видео в секции «Следующее» от канала создателя. То есть от меня... Всего лишь одно предложение. Дальше количество слов в описании. 133 количество слов, но я здесь поленилась. Я написала здесь маленькое описание очень. Вот, совсем его нет. Одни ссылки у меня здесь. До 5000 символов нужно использовать в описании. И вот VidIQ, он помогает нам отследить вот это количество букв, да, количество символов, вот, и в тегах, и в описании, и в названии. 4 конечные заставки у меня здесь есть, вот, то есть это выполнено все в достаточном объеме, скажем так, да. Здесь у меня музыкальное сопровождение, поэтому слов у меня здесь нет. Количество слов в минуту показывает эта цифра. Количество ссылок в описании 31, но у меня действительно много здесь ссылок и на мои ресурсы, и на другие видео. Вот, это хороший признак. Вот, ну и далее просмотры, которые идут на других ресурсах, вот, на других сайтах. Вот, тоже он не показывает, но ролик такой недавний, видимо, еще не сформировались данные. Вот. Далее мы с вами смотрим. Есть такой замечательный чек-лист оптимизации видео. Вот по этому чек-листу вы можете замечательно работать и делать те действия, которые он вам подсказывает. Вот на данный момент он мне подсказывает, что слишком длинный заголовок. Вот. То есть
Да, я могу его сократить, но вообще, на самом деле, я намеренно делаю длинные заголовки для того, чтобы использовать больше ключевых слов. Я хочу, чтобы видео попадало в похожие, вот, в рекомендуемое, да, вот, YouTube по, ну, по двум, да, запросам, иногда, да, по двум-трем ключевым запросам. Вот, поэтому вот на это я не обращаю внимания. Но, в принципе, если я, например, сокращу заголовок, а я вполне могу зайти в творческую студию и убрать там половину, например, букв, у меня тогда одобрит и тоже появится такой зелененький флажок. Далее теги. Теги у меня достаточно, тегов оптимизировано. Описание у меня тоже есть. Подсказки у меня тоже есть. Если нет подсказок, у вас будет здесь гореть вот такой вот тоже красный крестик. Вот, это будет говорить о том, что как напоминание о том, что нужно поставить подсказку, нужно подставить конечную заставку. Пользовательский значок у меня тоже есть. Субтитры тоже у меня есть в видео. Далее есть даже такой, такая строка «Ответили ли вы на последние комментарии?» Очень важно, друзья мои, тоже и YouTube подслеживает наши комментарии, потому что это социальная сеть, и так же, как в любой другой социальной сети, требуется общение. Вот, поэтому общаемся со зрителями, да, оставляем комментарии, отвечаем на каждый комментарий, вот, и старайтесь, чтобы они были отвечены. Ну, у меня, вот видите, да, все комментарии отмечены, отвечены. Ответила на все комментарии. Вот. Поделились ли на Facebook? Я делюсь всегда на Facebook, и причем и в группе по продвижению взаимоподдержки. Вот. Но не отображается почему-то вот эта строка. Вот. Поэтому здесь я не могу ничего пока поделать, да? Поделились ли на Твиттер? Поделились на Твиттер, обязательно делимся на Твиттере. Монетизации у меня нет. Добавлено ли в плейлист? Каждое видео у вас должно быть добавлено в плейлист. Если забудете поставить, посмотрите потом этот чек-лист оптимизации, да? Вот он вам напомнит, что видео нужно обязательно добавить в плейлист. Опубликовать его. Вот, и закрепить комментарий. Закрепить комментарий, это делается вот здесь, справа есть такие три точечки, да, вот, и мы можем прикрепить комментарий, вот, любой, либо нашего зрителя, подписчика, да, либо свой комментарий. У меня закрепленный свой комментарий. Вот. Далее что мы с вами видим? То есть мы видим внизу под чек-листом, видим теги нашего видео и вот такое большое количество голубых цифр, да, подсвеченных цифр. Вот эти цифры показывают место нашего видео в поисковой строке. То есть здесь есть, видно, что видео, например, по запросу «Вечерняя прогулка по Красной» на первом месте. Если мы его сейчас откроем, да, например, откроем, перейдем, да, то мы увидим, вот он тоже предлагает оформить подписку. Но можем сделать по-другому, смотрите. «Вечерняя прогулка по Красной» я сейчас вот так скопирую, вставлю в ключевой запрос, тоже отследить можно легко, и посмотрим, на каком месте. Так, на втором месте, да, на втором месте мое видео в поисковой строке, как новинка. Так, прогулка. Так, хорошо. Теперь далее, значит, ну, давайте, наверное, тогда я в этом. Я хотела бы продолжить, да, вот наш просмотр. Так, возьмем, здесь у меня другое видео открыто, да, вот, то есть видно, на каком месте, по какому ключевому запросу находится ваше видео, вот, то есть тоже можно отследить. Дальше мы видим наши теги канала, да, но теги канала не меняются, они всегда видны, и вот таким образом мы можем посмотреть и увидеть,
теги наших конкурентов, да, и сделать анализ наших конкурентов. Кстати, вот оценка самого VidIQ, вот это вот у меня 68,7 из 100, да, вот когда горит зелененьким, вот такая подсветка, да, то это очень хорошо. Ну вот, очень хорошо, значит, оптимизация сделана правильно, и мы видим, что здесь вот пятерочки стоят и по количеству тегов, да, и по ключевым словам в описании пятерочка стоит, и по утроенные ключевые слова, то есть здесь есть подсказки, и ранжированные теги тоже стоит пятерка, поэтому оценка достаточно приличная. Ну вот на этом видео, вот смотрите, несмотря на то, что у меня здесь гораздо меньше просмотров, всего 24 просмотра, да, и 9 лайков. У меня вот здесь коэффициент взаимодействий социальный, да, он гораздо лучше. То есть он горит зеленым светом, вот. И здесь у меня вот один дизлайк тоже он мне показывает, и 21 лайк. 21 лайк. Ну вот, видимо, данные обновляются, вот, со временем, да, и немножечко подтормаживает статистика. Вот. Так, значит, дальше, смотрите, мы с вами, когда перешли на поисковую строку, здесь тоже очень много интересного, что можно найти и увидеть в замечательном плагине VidIQ. Итак, смотрите, здесь справа тоже такой блок находится, и по поисковому термину «вечерняя прогулка по красной» он тоже помогает отследить вот такую статистику и даже показывает, что вот создатель, автор канала Ромка Рокер, вот здесь, да, у него самое большое количество видео, да, вот именно с таким ключевым словом. То есть я могу зайти на канал этого автора прямо здесь же, да, перейти на канал, ну, давайте, наверное, перейдем, вот, и посмотреть этот канал этого автора. Ну, почему-то не перешел. Так, вот, ну, в любом случае можно посмотреть. Так, далее здесь у нас оценка ключевого слова, то есть полностью поисковой объем у нас, да, вот, ну, поисковой объем у нас небольшой, вот, и оценка конкуренции. Конкуренция низкая, то есть вполне можно по этому слову заходить. И дальше, что интересно, смотрите, очень такие хорошие подсказки, которые мы можем отсюда скопировать, нам подсказывает VidIQ, какие слова я могу взять. Могу отсюда взять Краснодар, вот, и сразу подсвечивается общий балл 55,8 у него, да, объем ключевого слова 59 и оценка конкуренции 47,9. Вот, могу это слово взять, могу взять слово «прогулка», вот, и... Если я нажимаю на вот это ключевое слово, да, то здесь мне еще предлагают, опять же, ключевики, которые я могу использовать в оптимизации своего видео, то есть использовать в тегах. Вот видите, как интересно, да? Вот. К тому же я вижу, насколько этот запрос... насколько он популярен, да, то есть его интерес на протяжении времени. И вот смотрите, с 2008 года, 2012 год, да, 2016 год, вот популярность этого запроса растет, поэтому, конечно, на эту тему надо записывать видео. Вот. Так, далее, значит, что еще? То есть можете копировать отсюда вполне вот эти видео, вот, добавить теги в буфер обмена, буквально вот нажав на вот эту вот, на этот значок. Так, далее. Ну, давайте посмотрим, наверное, по тегам конкурентов еще, да. Смотрите, здесь подсвечивается также и количество подписчиков, вот, и количество просмотров, и когда было опубликовано видео. Вот, и если я зайду на видео конкурента, да, то есть я могу очень много тоже для себя увидеть и отследить. Так, вот смотрите, я вижу все теги, которые на топовом ролике, который имеет 22 тысячи просмотров, я вполне могу их скопировать, опять же, в буфер обмена, да, скопировать их и вставить. Вот смотрите, очень это легко делается. Например, если я
Ну, просто я покажу вам, что я их скопировала. Сюда ставить не нужно, это, да, я комментарий. Просто я показываю, что теги копируются. Теги копируются. Ну, и выбираю те, которые будут релевантны моему видео. Вот. Значит, далее под видео я могу сделать вот такие действия интересные и под своим видео, либо по, давайте посмотрим сейчас лучше на своем видео. Здесь расширенное встраивание. Так, давайте на моем видео я посмотрю, покажу вам. Значит, здесь я могу скопировать подсказки, вот те, которые у меня даны в этом видео. Конечные заставки могу скопировать. Сейчас я вам покажу быстренько, как это сделать. То есть, смотрите, открывается такое окно, где я могу выбрать, какие заставки я хочу скопировать. Например, вот эту и эту. Да? Вот. Далее нажимаю «Следующее». И здесь я могу выбрать «Загрузить по количеству видео», либо «По списку», либо «По плейлисту». Да? Ну, например, если загрузить по списку, то мне нужно будет взять ссылки на видео, на те видео, в которые я хочу поставить эти конечные заставки. Вот, если загрузить по количеству видео, то у меня будет предложение на какое количество видео, либо на 30, либо на 150, на 300, ну и так далее. Да? Вот. Ну вот выбираю на первую страничку, например. Он мне открывает все видео, которые есть на первой страничке моего канала. Вот. Здесь я могу либо выбрать все, да, либо могу вот так вот отметить, на каких видео я могу поставить эти заставки, да, например. Вот, да, я нажимаю «Следующая страничка», вот, и подтверждаю, что я готова скопировать мои конечные заставки. Подтверждаю, но у меня там уже заставки есть. В принципе, я могу удалить старые заставки и сделать все это на большем количестве видео. Кстати, это тоже очень интересный момент, когда при помощи VidIQ я могу сделать пакетные действия, то есть на большом количестве видео поменять подсказки, да, и заставки, и вести это, например, на какое-то одно видео, то есть сделать такую внутреннюю перелинковку для того, чтобы поднять просмотры нужного мне видео. Вот. Так, друзья мои, значит, ну точно так же мы делаем и копируем подсказки точно так же, да, и переносим в нужное нам видео. Вот, очень удобно с подсказками, потому что до 5 подсказок разрешает нам YouTube ставить в каждое видео. Вот, и чтобы в каждом видео нам не делать набор вот этих 5 подсказок, да, мы можем вполне скопировать из одного видео и перенести его на другое. Вот. Ну, я стараюсь все-таки использовать разные подсказки, то есть я тщательно над каждым видео работаю, потому что мне интересно и важно, чтобы были не одни и те же подсказки, да, чтобы работало, ну, видео на всем канале. Далее есть предложение расширенного встраивания. Расширенное встраивание – это встраивание на другие сайты, да, то есть на сайт. И здесь вот предлагается такое окошко, где мы можем и поменять размер окна плеера, да, вот, и качество подкорректировать, поставить галочку автовоспроизведения видео, да, отображать субтитры или нет, я могу выбрать, да. Ну, вот смотрите, здесь вот есть предпросмотр такой, как это будет выглядеть на сайте. Вот, ну и далее посмотрите, что мы можем разрешить. Полноэкранный режим, то есть мы можем здесь показывать аннотации или не показывать, менять, зациклить видео можем, да. Вот, например, чтобы оно повторялось, скрыть логотип YouTube, например, да, вот, или нет, отображать похожие видео, отображать информацию о видео. То есть, смотрите, если я вот сниму эту галочку, то здесь не будет, ну, должно уйти вот этот вот заголовок «Золотая осень», вот. Да, вот это встраивание можно сделать. Так, и еще у нас осталось редактор значков видео. Ну, эту функцию я вообще очень-очень обожаю. Это такой скорый метод, скорая помощь, да, для создания значка видео.
потому что значок видео, сами знаете, это очень важно. И вообще хочу сказать вам, друзья мои, что не нужно уповать на сервис VidIQ, нужно адекватно просто оценивать и не быть перфекционистом, да, скажем так, в этой сфере. Вот. Сервис очень хороший, он нам прекрасный помощник и в экономии нашего времени, да, и в подборе видео, и в анализе конкурентов, и вообще прекрасный помощник в продвижении, да, в оптимизации наших видео. Но хочу вам сказать, что все же для того, чтобы ваше видео хорошо продвигалось, самое главное – это удержание вашего видео, это контент. И фактор обнаружения – это значок вашего видео. Потому что какое бы видео, как бы у вас ни было оптимизировано, да, как бы оно, как бы вы не прорабатывали его, но если контент никуда не годный, не интересный, ваше видео будут открывать и тут же закрывать, удержания на нем не будет. Вот, и, конечно, ранжироваться Ютубом видео не будет. К тому же значок – это фактор обнаружения. То есть выбрать и нажать, кликнуть на ваш значок видео, выбрать его среди всех рекомендуемых Ютубом, которые он предлагает. А он предлагает нам массу чужих видео. Да? Вот, и чтобы кликнули именно на ваше, конечно, нужно очень хорошо и тщательно работать над вашим значком. Вот, это можно делать специально в других программах. Вот, ну вот VidIQ нам предлагает делать это прямо в Ютубе. Еще раз повторюсь, что это сервис сертифицированный, да, одобрен специально Ютубом. Вот, прекрасный помощник для работы в Ютубе. Вот, значит, здесь мы можем выбрать какой-то кадр из видео, любой, да, любой кадр из видео, который нам понравится, который мы хотели бы взять для нашего видео. Можем выбрать для нашей обложки видео, да, можем выбрать цвет любой, да, вот, либо какое-то изображение загрузить с компьютера нашего, да, вот, либо текущий значок. Да, вот, загрузить, да, смотрите. И далее мы выбираем какой-то, например, кадр из видео, либо сплошной цвет. Переходим далее на следующую страницу. У нас появляется возможность написать текст, тоже добавить изображение. Вот, текст, выбрать шрифт, размер шрифта. То есть здесь вот масса-масса возможностей. Вот, поэтому используйте. Вот, так, что еще могу сказать? Ну, давайте, наверное, я перейду сейчас в творческую студию. Вот, творческую студию, и посмотрим, что делать там. Экспериментируйте, пользуйтесь, да, этим сервисом, изучайте его. Вот, он много вам поможет и подскажет. Я зайду в классическую версию. Хотя в бета-версии это тоже работает, ну как-то нагляднее здесь происходит. Вот, видите, да, здесь появляются такие сразу подсветки, да, на каких местах это видео находится. И вот смотрите, что здесь интересного тоже мы можем увидеть. Вот, значит, сам чек-лист у нас здесь. Куда-то подевал. А, потому что у меня опубликовано уже видео. Вот, значит, вот на эти цифры обращаем внимание, да, оценку SEO наша. Вот, и по чек-листу, вот он чек-лист, который показывает, что еще можно здесь доделать. Вот он мне говорит о том, что здесь субтитры нужно добавить, вот, и поделиться на Facebook. Вот этого мне не хватает для того, чтобы было наиболее полно, да? Но монетизации на моем канале еще нет. И далее смотрите, вот старайтесь всегда, чтобы у вас нолика было как можно меньше, да? Чтобы здесь было популярные теги, чтобы были 1, 2, 3, очень хорошо ранжируются видео, если популярность хорошая. Но опять же, тоже не будьте перфекционистом, да, что-то я сегодня слегка заговариваюсь, вот, значит,
Все должно быть в меру, потому что если будут сверхпопулярные теги, а ваш канал только на начальном этапе раскрутки, молодой канал, то вам пробиться среди популярных тегов тоже будет очень-очень сложно. Вот. Поэтому все рассматривайте и применяйте соответствие. Вот. Количество тегов – это ключевые слова, которые описывают ваше видео. Вот. Они должны помогать Ютубу понять суть ролика. Вот. Поэтому здесь вот пятерочка должна быть однозначно обязательно. Ключевые слова в заголовке. Причем вот эти теги и ключевые слова в заголовке вы можете брать и из семантики вашего канала, да, то есть и вообще по ключевым запросам отследить по поисковой строке. Вот. Далее ключевые слова в описании. Опять же, тоже очень важно, чтобы эти ключевые слова были у вас в описании, утроенные ключевые слова. То есть следите и вот наблюдайте за ростом вашей оценки SEO. Вот. Далее здесь у нас очень интересная есть штука, когда мы можем поискать. Вот тоже у нас найти по тегу, да, поиск по тегу. То есть мы можем набрать ключевой запрос сюда, и нам сервис выдаст, опять же, набор ключевых слов, которые мы можем применять в тегах к нашему видео. И здесь он показывает видео, у которого можем позаимствовать просмотры. Ну, мне, конечно, неинтересно заимствовать у самой себя. Я лучше попробую подобрать это у конкурентов. Вот, поискать. Ну, например, укажите тему тегов. Ну, давайте, наверное, посмотрим. Вот, кстати, вот здесь вот эта строка «Укажите тему тегов» очень-очень интересная. Ну, давайте прогулка по набережной, например, я наберу. Вот. Видите, сколько возможностей благодаря одному только серверу. В принципе, вручную я тоже могу искать, да, и подбирать теги. Вот. Но это можно сделать гораздо быстрее при помощи этого сервиса. Набрали в поисковую строку, он вам сразу выдаст и ютубские теги, и в Яндексе, и в Гугле, и в подсказках. То есть все теги по этому запросу, которые вообще есть, которые существуют. И вам нужно будет их только автоматически, буквально они добавляются. Вот. Ну вот смотрите, прогулка по набережной. И Адлера, и Анапы, и Невы, и Казани. Да, но мне как бы эти прогулки не по теме. Ну вот, то есть, конечно, нужно будет выбрать, которые в теме. Но, в принципе, если будут релевантны вашему видео, то просто нажав, смотрите, просто нажав на какой-то запрос, вот раз, и он автоматически у вас появляется. И к тому же VidIQ, он показывает вам количество символов. Видите, вот подсветилось сразу красным, у меня на 26 символов стало больше. Поэтому вот, чтобы не переборщить, скажем так, да, чтобы это было по количеству символов соответствовало разрешенному Ютубом, вот, то есть до 500 символов теги у нас совмещаются, вот, вы можете отслеживать здесь. Также вы можете отслеживать количество символов в названии. Вот видите, здесь 96 из 100. То есть я вот применила длинное, опять же, название, да, у меня длинное название с ключевыми словами, вот, по которым я хотела бы, чтобы мое видео продвигалось. Вот, 96 из 100. Вот. И количество слов в описании 2261 из 5000. Маленькое, конечно, описание, желательно делать больше. Причем в описании также нужно добавлять ключевые слова для того, чтобы видео ранжировалось ваше. Вот. Ну, в принципе, вот все, друзья мои. Для того, чтобы сделать ваше видео технически правильно, да, его оптимизировать, применяйте этот сервис. Я желаю вам удачи, желаю вам успехов и больших-больших просмотров. Все, всем пока. Ваши вопросы я жду под этим видео и до следующей встречи.